там связки начнут какие-то неприятные. Они это делают абсолютно естественно, потому что идет эмоция, идет поток дыхания, и вот это все в комплексе получается, тогда это да, и получается, а так вот стать, вот начать вот это, просто стать, выйти с оркестром, это мука, это невозможно. Где вы возьмете это все? То есть энергию. Понятно, что в спектакле она уже там пробегала со старпе, уже у нее есть силы, даже уже столько хочется запеть. А когда ты приходишь на оркестр, например, да, то есть вот это должно быть эмоция. Вот меха работают. И чем больше, поэтому и гантели все берется.